Утро понедельника. Городской военкомат. Близкие провожают ребят на срочную службу. Без слез не обошлось. Здоровья им, чтобы все было у них хорошо. Я не могу говорить. А вы кого отправляете? Внука. А сколько ему? 20 лет. Как он у вас мечтал всегда стать военным? Ну, не мечтал, а повестка прислали, это самое. Решил он пойти. Гордитесь? Горжусь. На самый высокий. В первой группе всего 8 парней, но, как говорят в военкомате, для начала этого достаточно. Теперь ребята поедут в областной военкомат, где их будет ждать дальнейшее распределение. Призывники отвечают: служить родине готовы. Направляют меня в нашу часть около Былино. Это воздушно-десантные войска. Скажи, а ты куда хотел попасть? Я хотел попасть, конечно, на северный аэродром, но тоже ВДВ, почему бы и нет. Это очень достаточно почетный вид войск с очень хорошей подготовкой. Скажи, а ты с какими чувствами, эмоциями идешь? Что у тебя внутри сейчас? Ну, чувства, я, конечно, ощущаю некоторое волнение, потому что, как бы сказать, я на год, получается, уезжаю из дома, но, тем не менее, это мой долг как гражданина Российской Федерации, каждого. Отдать, так сказать, долг родине. Алексей закончил школу и первый курс вуза. После армии планирует продолжить обучение на медика. Хочет стать врачом узкой направленности. Егор Баранов закончил Кирсановский авиационный технический колледж в Тамбовской области. Вернулся домой, в Иваново. Известно ли, куда направят? Пока нет, но войска мне уже известны. Это будет ВКС. А ты хотел туда попасть? Да. Все призывники обследованы и годны по состоянию здоровья, говорят в военкомате города. Для участия в специальной военной операции, а также новые регионы Российской Федерации, молодые люди направлены не будут. Осеннему призыву подлежат граждане мужского пола от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья. Срок службы составляет 1 год. Ну и в дальнейшем также есть возможность заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации сроком на 1 год. По традиции, напутственное слово военного комиссара нашего города. И через год встретимся здесь живыми, здоровыми и невредимыми. Налево! Продолжается набор на военную службу по контракту. Всю информацию можно получить в пункте отбора. По адресу улица Сарментовой, дом 7, а также в городском военкомате на улице Арсения, 37А. Или по телефону номер вы видите на экране. Подать заявку можно на сайте службы по контракту РФ или через электронный сервис для записи на службу по контракту на портале госуслуг. Юлия Семина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».